рассказываю, какую работу выполнил. Ну, еще не выполнил, начал только. Но, в принципе, основа уже сделана. То есть, когда вы делаете вот элементарно даже двери на судне, нужно вот эту обшивку деревянную снимать. Вот, да, снял я ее. Потому что под ней больше всего ржавчины. И еще полгода она просто сняла бы до дыр. Вот киркой отбивается самое основное. И потом уже полируем вот такой щеткой. Максимально где можно достать. Здесь, конечно, уже и не добраться. Но тем не менее, в идеале еще, конечно, резинку можно доставать. Но это можно сделать позже. В принципе, не горит. Вот так вот показываю пример матросов.